Здравствуйте, уважаемые зрители канала ТГР, с вами Гремлин Серж, и мы продолжаем странствие по потерянным уровням суперского Марио. И что я могу сказать? Уже первый мир дал такие неутешительные прогнозы о том, что будет больно, о том, что будет грустно. Как я уже делал прогноз о том, что... вероятнее всего, этот летсплей у меня будет. Ну и как мне его взять, вы тролли? Nintendo, вы тролли. Вот. О том, что этот летсплей будет такой нарезательский. Неожиданно. Неожиданно все это было. И то, что я буду очень много записывать и все это нарезать, потому что... будет сложно. Будет чертовски сложно. Пока что здесь я не вижу никаких прям чрезвычайных сложностей и неожиданностей. Вот никогда не помню, чтобы, да, были какие-то... ну, точно я не помню, чтобы были черепахи в замке у Бастера. А вот это вот уже... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Тролль. Ай. Вот это было забавно. Он меня просто зажал в угол. Злобный злодей, который уже 8 раз получал от нас. Все-таки решил... пользоваться не только своей силой, но и интеллектом, и поэтому он нас заманил в ловушку. Он нас подловил в самый неудобный момент, когда мы не могли ничего сделать. Он взял и подловил нас. Опа, присели, хорошо. Ай, ладно, плевать. Какие-то баррикады настроил. Мы внушаем страх в Баста. Не успели, бывает. Такое бывает, ребят. Но этот замок легенький. Я это могу сказать точно. Сложности он у нас не вызовет. Да блин, чё ж я... Кнопочка R. Он у нас сложности не должен вызвать, как минимум. Я за все свое знакомство с Марио ни разу до него не добирался с огоньком. Что немножечко... Да чё ж мы не влазим-то? Что, наверное, немножечко печально. Потому что Бастер... Чё я его так называю? Баузер... боится нас, драконов. А ведь получается, по факту, мы-то драконы, да, когда мы берем цветочек, мы превращаемся в дракона. Да, для тех, кто не видел еще All Stars, нас ждет вот такое, вот мы не просто будем встречать Тодда, а он нас будет постоянно удивлять. Ну и спасибо, Марио, но твоя принцесса в другом замке... И это говорит о том, что мы теперь во втором уровне. Чем нас удивит этот уровень? Тем, что я в панике начал прыгать. Вот. Опа. Ау! Да сколько вас здесь? Ну, времени много. У нас все время этого мира. Так, растем. Так, но я не чувствую рыбок. Я не чувствую запах этих рыб. Ух ты ж. Интересно, а если в ту трубу попытаться попасть? А давай... Нет, мы уже не сможем.
Мы даже с трубы на трубу перепрыгнуть не можем, о чем говорить. Ага. Ну и здесь еще две. Уйди! Ладно. Блин, я теперь хочу попасть в ту трубу. А знаете, что самое главное? Ведь этот Марио, по факту, да? Ну, продолжу свою мысль, да, о том, что этот Марио, да, послужил этаким фундаментом же, да, для создания третьего Марио. Ладно, не будем брать в расчет Марио 2 американский, потому что, ну, он там сделан на основе другой игры. Блин. Кашель, не вовремя, извините. Он сделан... Второй Марио мне тоже нравится, он чертовски крутой, но давайте серьезно относиться ко всему этому. Это немножечко не то. Там хорошо сделали этот официальный хак. Но... продолжением после этого получается Марио 3. И вот, эта игрушка должна, получается, быть, как говорится, на пути стоять для создания такого шедевра, как Супер Марио 3. И да, и вот, например, вот эта вот труба, которую мы, да, видели с вами сейчас, она как раз-таки мне и напомнила про 3 Марио, где там было очень много труб, до которых было достаточно сложно добраться. Надо прыгать. Так. Ну не так прыгать. Так. 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 Ладно. Пропрыгали. Да, наверное, было бы круто, если бы я тоже позапоминал бы имена всей этой живности, но у меня память плохая, если я Баузера зову Бастером, то о чем вообще может быть речь? Понимаете? Я Баузера называю Бастером. Хорошо. Не расслабляемся. Текстурки трубы в воде немножечко, да, плохо сделаны. Так. Платформа. Да чё ж такое? С середины платформы прыгать было глупо. В принципе, даже если не сильно спешить, звездочки хватает для этих цветочков. Вот. Пружиночки. И... это новые... это вообще дикие пружинки. Да, что они творят-то? Вы это видели? Это зеленые пружины, они вообще дичь устраивают. Давайте попробуем до нее добраться и попытаться долететь до конца уровня при помощи этой пружинки, или хотя бы куда-нибудь долететь. Это, я думаю, будет забавно. Может, для этого они как раз таки и созданы. Вот, мелочь, да, а приятно, понимаете? Именно ради этого я и хотел поиграть в эту часть Марио. Именно ради такого вот. Всяких кальмаров летающих, синих грибов, пружинок зеленых и тому подобное. Маленький-маленький глупенький Марио. Брошенный во френд-зоне у принцессы. Готовый ради нее на все. Прочистить трубы всем черепахам. Гремлин в своем репертуаре. Теперь мы
как говорится, лозунг этого летсплея на ТГР — прочистить трубы всем черепахам. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Не могу я не... Да то же самое, блин. Чё творю, чё творю? Ой-ой-ой-ой-ой. Прям... Марио неуправляемый. Так... Хорошо, отлично. Следующая труба. И следующая труба. Так. Здесь не забываем разогнаться. Прыгаем на пружинку. И топориком в воду. Ой. Хорошо. И полетели. Ну да, это забавно. Наверное, мы пропустили много интересностей. Опять злой гриб. Еще одна зеленая пружина. Долетим ли мы через это море? Долетим. Такая пружина, кстати, мне нравится больше, чем те, которые были. Она более предсказуема, то есть не надо там выверять себе, как прыгнуть, выискивать тайминг и все. Ты просто взял, распрыгался, один раз прыгнул успешно и полетел. Времени дают достаточно для прохождения препятствия. Так, ну а нас 2-2. И опять нас встречают эти летающие черепахи. Они на самом деле уже немножечко бесят. Так. Как-то они все повторяются. Ой, сколько живности-то. Ну дайте мне хоть... Так, тут по-любому, вот по-любому говорю, нужно разгон. Да. В эту трубу, да, мы залезем? Нет, не залезем мы в эту трубу. Дайте мне прочистить трубу. Не черепахи, так хотя бы кому-нибудь. Я хочу чистить трубы. Так. Тут разгоняемся. Прыгнули. Хорошо. Цветочек вылез. Цветочек залез. Вот и славненько. Опять куча летающих черепах. Хватит издеваться надо мной. Скоростной веник, потому что ты такой вижу, пригиб. Но дети, черепаха. Ты меня выбила из колеи. У меня все было идеально. Хорошая работа, прекрасная девушка. Все замечательно, но вы взяли и сбили меня с пути. Я теперь бутылки собираю. Так. Что и требовалось, в принципе, ожидать. Это было весьма ожидаемо. Так, пропрыгнули. Здесь тоже, в принципе, можно. Вот отсюда такое. Здесь сейчас тоже такие. Разгон взяли. Ладно, плевать. Отвратительные прыжки у вас, ребята. Берем звездочку и побежали, побежали. Хотя здесь можно было бы фармануть жизнь. Хоть первый как-то... Лениво. Вам не кажется, что это немножечко ленивый бонус такой? Здесь по-любому что-то есть. Какой-нибудь секрет. А? Секрет. Гриб, уйди. Уйди, злодей. Вот. Я же говорю, что не могли Nintendo
сделать что-то просто так. Танцы с грибами. Гриб! Нет! Нет, вернись! А куда делся синий гриб? Вот тролли. Ладно, у нас время заканчивается. Ладно. Как мы туда попадем, блин? Вы чё, гоните, что ли? Ну мы это не перепрыгнем, понимаете? Это дичь полнейшая, они злые. Наверное, все было очень плохо у разработчиков. Начальство злое. И они такие, а вот нам плохо. И вам мы сделаем плохо. Хотя о чем говорить, я на трубу не могу запрыгнуть даже нормально. Чуть не попались на гриб, понимаете? Мы прям в миллиметре от смерти. Плевать. Вот как. Ну что, прыгаем все это заново. Ага. Хорошо, что цветочек не вылез. Здесь мы сейчас возьмем звездочку с вами. В эту трубу, да, мы залазили с вами. Давайте залезем. Соберем, конечно же, монеточек. Вот оно что. Ну ладно. А уже, наверное, минут... Звезда! Ладно. Цветочек. Цветочек, я хочу тебя. Хорошо, и теперь давайте такие в трубу. Воспользуемся им как варпом. Так, вот и все. Так, нам нужно, чтобы труба не исчезла. Да где ты этот кирпич? Вот он. Так. Добираемся до этого злобного кирпича. Что они творят с нами? Так. Все это, конечно же, прекрасно. Игрушка прекрасная. И музыка отличная. И графон. Все замечательно. Но, блин, раздражает уже. А это только второй мир с вами. Взяли звездочку, побежали. Набили, нафармили. Сейчас с вами возьмем цветочек. Станем огнедышащим драконом. Все. Теперь мы Марио дракон. Так. Но теперь-то туда наверх лезть я не вижу смысла. За цветочком, за грибочком. Ага. Угу. А толку-то? Что у нас труба осталась?
Ну, теперь нет трубы, ну и что? Это уже было близко. Близко. И вот опять. Вот специально взяли и сделали эту заразу. Но я не вижу смысла трубу себе оставлять. Потому что мы не допрыгиваем. Не долетаем. Было близко. Блин, Марио. Вот, все, отлично. Дайте мне другой кирпич. Мне нужен кирпич, блин. Вы что, издеваетесь? Да они издеваются, блин. Что это за фигня? Я не знаю, как такое проходить. Ёк-макарёк. Не начинать же уже здесь сейвстеты делать, блин. Нет, все, мы на таком расстоянии с вами не запрыгнем. Недалеко он нас варпает, ребят, понимаете? Я там... Такой, типа... Ну, блин, вы что, издеваетесь? Вы издеваетесь, да? Это непроходимое место, блин. Да не запрыгну я, блин, ё-моё. Может здесь где-то с края кирпич? Потому что японцы много чего плохого наделали в видеострой, которое, наверное, довело бы до суицида. Как минимум они ангельские ритмы сделали. Хотя у меня такой грусти не вызывало. Были аниме и похлеще, которые у меня большую депрессию вызвали. Так. Хотя, что может быть депрессивнее песни Сая? Ничего. Вот что-что, а вот эта штуковина меня точно выбивала из колеи. Помню, и как я ее первый раз прочитал, как я просто захлебывался слюнями своими, соплями, слезами, безысходностью, болью. Потом я решил через год перепрочитать. Ой. Знаете, я сейчас подумал, а мне много чего есть как говорится, предъявить японцам. За последние, наверное, лет 5 они мне столько всего испортили, что это нация, которая сделала, как говорится, мою жизнь ярче и в то же время принесла много боли. Можно им предъявить за концовку Эримота. Можно им предъявить за концовку Падшего Ангела. За то, что Кишимото сделал с Наруто, можно предъявить, в принципе. Ой. Много чего. И теперь Super Mario Lost Levels. Это тоже... То, что я хочу им предъявить. Они навсегда, эти уровни, я думаю, останутся у меня. Так, взяли звездочку и побежали. Ой.
Не хочу я набивать монетки. Думаю, и так переживем без них. Ну, хотя бы не упали с вами. Ну все, мы теперь сюда не залезем, блин. Нет, можем залезть. Но это нужно иметь прямые руки. Чего у меня нету. Вот. Так что так. Но, блин! А простоволосились мы с вами. Ну ладно. За маленького Марио мне даже как-то комфортнее играть, знаете. Что с тобой не так? Уровень. Отпусти меня, понимаешь? Мы с тобой очень долго были вместе. Сначала ты мне понравился. Я думаю, и я тебе тоже. Я неплох, в принципе, собой. Вот. Ну, мы пообщались вместе, провели время. Ну, все, отпусти. Я не говорил, что я тебя люблю и хочу вечно быть с тобой. Нет. А ты как эгоистичная. Не хочешь меня отпускать, понимаешь? Ты вот вцепилась в меня и пытаешься удержать. Ну что, ты мне еще ребенка сделаешь, чтобы я остался с тобой до конца? Нет, не дождешься. Я уйду от тебя к другому уровню. И я про тебя забуду. И советую тебе забыть обо мне. Потому что я не идеален. И я не центр этой вселенной. Ты не понимаешь, да? Все, я хочу с тобой порвать. Я не хочу больше этих отношений, понимаешь? Я испробовал здесь все. Я вкусил все плоды, которые ты мне мог дать. Уровень. И я думаю, что пора завязывать. Незачем держаться за прошлое. Ты найдешь себе другого игрока, более хорошего, более надежного, верного. А я хочу много уровней, понимаешь? Я хочу попробовать все уровни возможные, пока я еще молод, пока я еще не обремен с семьей. Поэтому хватит. Да, было много интересных, хороших моментов у нас с тобой. И они навсегда останутся у меня в сердце, но... Все. Я ухожу от тебя, понимаешь? Можешь смотреть мне вслед, плакать, писать сообщения, когда будешь пьяным. О том, что ты скучаешь. Но я не буду отвечать. Я вот сейчас возьму и уйду от тебя. И ты... Я думаю, ты простишь меня и забудешь. Да отстань ты от меня! На грибе сдохнуть, блин! Марио, а этот, блин, только второй уровень. Понимаете, это второй уровень второго мира. То есть я, наверное, даже еще и третий, четверти я этой игры не прошел. А я уже страдаю. Думаю, серии по Марио будут выходить с частотой серии по Nuts and Milk. Или вообще брошу это прохождение к чертям. Да ты что я творю? Ребят, вас не тошнит от того, что вы видите на экране? Хотя я думаю, вы не увидите все целиком. Я
повырезаю к чертям собачьим все отсюда. Но вы представляете, каково мне, да? Человеку, который хочет просто фаниться в игре. Человек, который хочет развлекаться. А я не могу запрыгнуть на этот чертов блок. Ночь, улица, фонарь, аптека. Бессмысленный и тусклый свет, или как там? Блок, отпусти меня. Да ёк-макарёк. Я долетаю, но понимаете, я боюсь. Я боюсь сжать вперед. Потому что... Давай, Марио. А, я уже стоял на нем одной ногой, понимаете? Я стоял на нем одной ногой. Фух. Отлично. Не упасть, не упади. Сейчас есть только Марио, труба с цветочком и прыжок. Ну все. Дальше, я думаю, не будь плевать. Плевать, мы прошли этот чертов блок, понимаете? Нет, 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 только не умри, пожалуйста. Марио, только не умри. Че, панцирь не вернется? Все. Нет! Нет! Тварь. Марио. Да что тут Марио? Марио сам пленник ситуации, понимаете? Мы оба страдаем сейчас. Мы оба с ним сейчас страдаем. Марио здесь ни при чем. Это грибное королевство. Королю за что налоги платят? Пускай сделает дороги нормальные. Эй! Почему я должен вот через ямы прыгать? Что это такое вообще? Где асфальт? Где дороги, король? Не умри! Фух. Осторожнее. Как можно осторожнее. Понимаете? Плевать. Абсолютно плевать, знаете? Есть, да, наконец-то. Я вижу флагшток. Я не вижу флагшток, но я уже чувствую его. Да, наконец-то. Сейчас главное сохраниться правильно и не перезапустить. Все, это победа, ребят. Ну что, на этом я заканчиваю свои страдания, заканчиваю эту серию. Было забавно. Некоторое время, понимаете? Было весело. Некоторое время. Но потом все. Я чувствую, что я настрадаю здесь чертовски сильно. Меня это только цветочки. Дальше меня будут просто хлыстать розгами. И я прочувствую всю боль и закончу свою летсплеерскую карьеру на Super Mario Lost Levels. Ну а я вам говорю, что если вам понравилось видео, можете поставить лайк, написать комментарий в мою поддержку о том, что как вы мне сочувствуете. Или как минимум хотя бы сочувствуете моему пальцу, который работает с крестовиной. Подписаться на канал ТГР. Подпишитесь, мы классные. И быть лапочками и не быть такими блоками. Ну а я вам говорю до свидания.